самый центр Соню, самую любовь ее сейчас задавим. Саша, пойдем с нами. Смотрите туда. Меня зовут Кристина, и вы смотрите... Мне очень-очень сильно понравилось. Ой, каляка-маляка получится. Не очень. Какая у тебя любимая еда? Это очень сложный вопрос. Я уже не помню, какая. Ну, вообще, наггетсы. Я путаюсь. Что тебе больше всего понравилось? Вот это! Я закончила. Меня зовут Кристина, и вы смотрите Beauty Time. Отдохнуть от школы и погрузиться в мир творчества. Мы вместе с художественной студией «Градиент» устроили ребятам каникулы в стиле TV-арт. Пятидневный интенсив, работа с различными материалами в нескольких стилях и полное погружение в мир телевидения. Это картина, созданная стилем импрессионизма. Импрессионизм – это не просто штрихами рисовать, а мазками. Нам рассказывали, какие именно оттенки должны присутствовать на картине. То есть синий, желтый, зеленый и так далее. Они не ладят все, но так получается, что они вместе. Однажды гуляли и увидели друг друга. Они очень друг другу понравились. Семья котиков. В жизни мы прожили сейчас. Эмоции, любовь, да? Вот сейчас вы должны испытать и полюбить свою картину максимально. И финальные мазки у нас должны быть самыми эмоциональными. И если художник-импрессионист выражает свои эмоции и чувства, то журналист, конечно, мысли. Ребята учились презентовать себя, уверенно держаться в кадре и задавать правильные вопросы. Здравствуйте, меня зовут Аделия, мне 7 лет. Меня зовут Марика, мне 10 лет. Меня зовут Софа, мне 5 лет. Меня зовут Кристина, мне 9 лет. Меня зовут Виолетта, мне 9 лет. Меня зовут Ван, я ученик 7 класса. Увлекаюсь рисованием и танцами. Физикой, 3D-моделированием и живописью. Еще люблю подвижные игры. Я получила по плаванию 2 медали, 3-е и 2-е место. И недавно я заняла 1-е место во всероссийском конкурсе рисунков. И пришла в этот лагерь, чтобы научиться еще лучше рисовать. Что ты любишь делать, что у тебя получается, и почему тебе это нравится? Но любишь ли ты рисовать? Ну, как сказать... Я не могу сказать, потому что я это очень сильно люблю. Кого ты больше любишь? Животных или птиц? Это очень сложный вопрос, потому что, ну, наверное, птиц я больше люблю рисовать, а вот животных всяких мягеньких больше трогать, гладить. Вот животных я выбираю. Меня зовут Милена. Мне 8 лет. Меня зовут Полина, мне 9 лет. Меня зовут Настя, я учусь в 3-м классе. Меня зовут Мира, мне 7 лет. Меня зовут Аня, мне 9 лет, скоро будет 10. Я увлекаюсь игрой на скрипке, гитаре и хожу на балет. Занимаюсь рисованием. Танцами. Закончила четверть на 5-ке. Какие картины ты больше всего любишь рисовать? Я люблю рисовать котиков и драконов. А лепить что больше всего любишь? Драконов и котиков. Как сказать, люблю учиться? Скорее всего, просто люблю проводить время со своими друзьями в школе. Что для тебя самое сложное в рисовании? Самое сложное – это придумать смысл рисунка, подобрать к нему цвет и изобразить свою идею на холсте. Меня зовут Ева, мне 7 лет. Меня зовут Женя, мне 9 лет. Меня зовут Маргарита, мне 7 лет. Меня зовут Кристина, мне 9 лет. Меня зовут Варвара, мне 9 лет. Я люблю рисовать и рукодельничать. Я увлекаюсь танцами, направление на детский хип-хоп. И сейчас еще хожу в музыкальную школу. А хожу я на английский и танцы. Танцы называются чирлидинг. Новый день, новые задачи. Ребята познакомились с символизмом и, конечно же, написали в этом стиле новую работу. Символизм – это надо что-то добавить своего в рисунок. Это символы, которые на картине. Художник должен понимать, зачем эти символы. Я решила добавить перышко и листочек. Это у меня лампочка, чтобы было освещение, и чтобы моя птица
приглядывала за своими будущими птенцами. Самое сложное, наверное, было нарисовать гнездо, потому что здесь надо было прям каждую деталь, веточки прорисовать, цветы добавить, листья. Я просто хотела, чтобы ребята почувствовали большую свободу в своих действиях, что живопись — это не только то, что мы видим, работа с референсом, это и наши эмоции, которые мы можем вложить посредством каких-то символов. На смену кисти снова пришел микрофон. Ребята осваивали жанр репортажа и вещали прямо с места событий. Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся в студии «Градиент». За моей спиной сейчас проходит урок. Очень-очень много девочек и мальчиков, которые нарисовали просто замечательных котиков. Давайте познакомимся с учениками. Сегодня я узнаю, как им понравилось им или нет работать с акварелью. Репортаж стоит из видеоряда, он стоит из закадрового текста, и он состоит из кусочков интервью. Вот мы сегодня как раз с вами интервью и займемся. Легко вам удалось нарисовать эту картину? Это было достаточно сложно, так как я впервые рисую акварелью. Трудно ли было работать с акварелью? Немного было трудно, потому что можно было пятно какое-нибудь нечаянно сделать. Как называется твоя картина? «Радужный кот». Замечательное название. А что вам больше в ней нравится? Мы сегодня делали акварели такие потеки, и мне они больше всего понравились, потому что они придают яркости и необычности картине. Расскажи, а чем отличается акварель от гуаши? Как с чем легче работать, а с чем тяжелее? Конечно же, легче работать с гуашью, потому что она не растекается, как акварель. А мы с вами идем к следующему мольберту, самой юной участнице этого урока, Софии. Привет. Как называется твоя картина? «Радужная сторона веселья и смеха». Давайте спросим, с кем им больше нравится рисовать, со взрослыми или с детьми? Я очень люблю работать с детьми, потому что ваша сумасшедшая, потрясающая энергетика меня очень вдохновляет. С детьми, потому что вы очень забавны. Каких ты уже животных писала и какие тебе больше понравились? Писала сову, собаку и кошку сегодня. Больше понравилась кошка. Заключительной техникой арт-интенсива стал скетчинг. У кого-то, например, скетчинг, да, это маркеры, но скетч это любой материал, и это смешанная техника. То есть смысл быстрого рисунка заключается в том, что мы работаем карандашами, маркерами, красками, сочетаем это все вместе, и у нас получается какой-то законченный быстрый рисунок. Когда надо просто без карандаша ход дела набрасывать всякие линии и так далее. Нам не говорили, что мы рисовать будем. Мы сами выбирали. Вот мы определились и рисовали авокадо. Сначала мы раскрашивали вот внутренность более салатовым цветом. Потом мы намешали вот такой корку, чтобы более отличалось. Дик я сделала с помощью пальца, просто берешь белую краску и вот так вот размазываешь. Надо очень стараться, не отвлекаться. Я вот быстро тут наделала, но все равно я старалась и не отвлекаюсь на другие шумы, и все-таки у меня получилось нормально. Различается у каждого свой стиль рисования. Например, кому-то ближе вот этот же скетчинг, кто-то любит больше такие медленные картины, пейзажи. Каникулы в стиле TV-арт помогли ребятам отыскать свой стиль и научиться выражать мысли, раскрепоститься и перестать бояться камеры. Эти 5 дней непрерывного творчества и публичных выступлений оставили свой след в жизни каждого из ребят. Вместе с педагогами они стали еще ближе к искусству и, конечно, друг к другу. Можно работать мазками или быстрой техникой. Мы как раз таки сегодня работали. Управились за час. Когда с акварелью, это очень сложно, потому что акварель, она более прозрачная, и она всегда текет. Она может потечь не в тот момент, который тебе нужно. А гуашь может, она не текет, и она может перекрыть вот это все, которое некрасивое. Мне кота понравилось это рисовать, потому что вода! И не буду ругать, если слишком много воды взял. Понравились преподаватели здесь. Они одинаково все хорошо относятся к нам и помогают нам. Мы узнали немножко про
разных художников и про стили рисования. У каждого художника разные вкусы, они этим отличаются. Я наблюдала всю неделю за детьми, и это действительно было от маленьких робких вообще человечков, которые очень сильно переживают, боятся друг друга, ведь когда они вставали в пары, это, ну, я, честно признаться, наблюдая за этим, прям, не знаю, у меня были самые теплые чувства, как будто бы прям мои дети вот растут с каждым днем. Росли они, правда, очень-очень круто, и прогресс за неделю просто колоссальный. Мне понравилась журналистика, как мы брали друг у друга интервью, спрашивали, учились задавать вопросы. Надо было придумать этот вопрос и сделать так, чтобы ответ на них не был «да» или «нет». Это так интересно, узнавать что-то новое о других мастерствах. Нам круто, мы передаем вам лучики тепла. Да. И сердечки. Кто умеет сердечки делать? У меня одна рука, кто со мной второй?